Ну и в чем же ваша проблема? Дело в том, доктор, что проблема не у меня, а у моего друга. Хорошо. Так что с вашим другом? Его проблема, мне кажется, связана с Полом. Он считает, что он женщина, запертая в теле мужчины. Понимаю. Полина. Полина? Это женщина взаперти. А ваш друг не думал об операции? Это тоже проблема, доктор. Почему? Видите ли, у Полины тоже есть проблемы с Полом. Какие у нее проблемы, если она заперта в теле мужчины? Она считает, что в ее теле заперт другой мужчина. Извините. Айван. Айван? Айван заперт внутри Полины. Так давайте-ка еще разок. Ваш друг считает, что внутри него живет женщина. Да. А эта женщина считает, что внутри нее спрятан мужчина. Что-то в этом роде. Значит, ваш друг хочет стать женщиной по имени Полина, которая хочет стать мужчиной по имени Айван. Серьезная заваруха. Скажите, а почему бы вашему другу просто не смириться с этим? Не получится. Наташа будет против. Наташа? Это женщина, которая живет внутри Айвана. Полина о ней не знает. Да. Пожалуй, ваш друг в трудной ситуации. У него есть семья? Нет, только я и кошка. А он уверен, что в кошке не прячется собака? Что? Ничего. Ваш друг, это же вы, не так ли? Я? Нет, это мой сосед по квартире. Он из России. Ну а почему же вы не привели своего соседа сюда? Я принес. Он в сумке.